Здравствуйте. Ничего страшного, что вы нарушаете правила дорожного движения. А? 15 раздел, вы стоите задней частью к пешеходному тротуару. Но автомобили запрещено ставить задней частью автомобиля к пешеходу. Так, а для чего правила дорожного движения? Здесь знак даже указан, что передней частью нужно ставить. Посмотрите на автомобиль. Вы переставите все транспорт? Когда? Сегодня. Когда сегодня? То есть вы сейчас не будете устранять свой транспорт? Вы не могли представить? Андрей, а свое удостоверение? Вы можете свое удостоверение? Вы стесняетесь своей работы, своей должности? Почему вы отказываетесь предоставить свое удостоверение? Хорошо, я могу.